Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей, Центральный округ, Мунитис Кирилл Путбулове. Не забывайте вводить по ник при регистрации. Также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Сегодня у нас будет новая серия, такая веселенькая, позитивная. Серии не было 3 дня, не переживайте, я никуда не пропал, просто как бы немножко занят был. Я сейчас устраиваюсь там на работу, как бы, но не переживайте, буду совмещать работу с Ютубом. Конечно, возможно, серии не будут выходить так часто, хотя сейчас они тоже часто выходит. Получается, я как всегда сидел за игроками, там пацанчик интересный попался, который себя очень смешно вел, постоянно там матерился, парил свою машину и так далее, поэтому советую вам это все посмотреть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, покажите хорошую активность. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. А тут мусора, блядь, нахуй! Где? Нихуя себе, а это кто? Смотри, сколько их, а это кто? Не, это не ну-ка, мусора. Ну-ка, смотри. Персонуть нас хотят. Ну-ка, это пойдем, остановимся, переговорим. Давай, ебать. Ассаламу алейкум, ребята. Ассаламу алейкум. Какие вопросы? Да мы, блядь, видишь, блядь, мы на четверке. Ой, на копейке ездим, блядь. А я не понял, да кто такой? Да не бей тачку, блядь! Хотите пацана, блядь, машину пиздит нашу, блядь. Русский автопром, блядь, пиздит мой, блядь, ласточку, блядь. Пойдем, пойдем, мы на просто охуенная машина, вот просто, блядь. Подробнее. Это не машина, это сказка, ребят. Вообще нет дохлых. Это такая машина, пацаны, имбовая, лютая, пацаны, блядь. А вы берите, пока такая есть, блядь. Такие машины долго они живут, ебать, они умирают, блядь, постепенно, но, блядь. Это самый ценный экземпляр, что можно найти вообще на всем сервере, блядь, во всей стране. Да помню я тебя, как ты, блядь, мне письку сос... Да давайте, не пацаны, ебать, купите! А? Давайте не Мерседес, не ребят, что за хуйня, блядь? Блядь, ЦЛК нахуй стоит. Следится нахуй, ебать, нахуй, мой рот, нахуй. Да, блядь, нахуй тебе эта машина, блядь, Маркус, блядь, она мне нужна, это, блядь. Так... А, понял, понял. Нихуя себе! Г-65-6х6, ну-ка давай меняться, ебать, я тебя жиру, блядь, а ты мне 6х6 еле, ебать. Ебать, что у тебя за словесный понос? Ты что, дурачок, что ли, а, Ростислав? Так я, блядь, люблю Мерседес, ебать, это очень, блядь, моя любимая машина, блядь, люблю её, блядь. Купи, ё-моё, в чём проблема? У меня денег нет, ебать, что? Так заработай, а, заработай. БМВ, хуета, блядь, пидорасов, БМВ, блядь. О, Разик, Рамзик, 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 гаси вот этого пиздюка, он нас, блядь, пиздил, нахуй. А, меня-то за что, блядь? Не, блядь, я особо пачен, у меня кунг-фу панда, блядь, я... Где от меня нахуй, блядь? Он попросил вас меня убить, это угрожение. Я сейчас тебя угрожение, блядь, устрою, нахуй, тебе угрожение, блядь. Если я буду тебя урожать, нахуй, ты сейчас, ты пойдешь домой, блядь, спать, нахуй, чтобы я тебя не видел, чтобы меня не видел, ты понял меня? Ты позвоню человеку, он сейчас приедет. Я звоню своему другу, он сейчас в полиции, сейчас приедет, все, подожди. Давайте, звоните кому хотите. Вам пока что не дошло, блядь, первое. Но когда я до него дозвонюсь... Ты будет твое место будет на свалке, да. Я сейчас встану с пола и начну стрелять, блядь. Всем тихо, нахуй. У меня друг генерал МВД полиции. Там не понимаешь. Пацаны, разберитесь, сука, с этими гандонами, блин. С Артемом Фишем, блядь. Вот он, сука, пизда тебе, блядь. Гасите его! Гасите москаля! Блядь, опять ты меня пиздишь, пиздю. Ты, блядь, зачем меня бьешь? Чё? Блядь, сюда нахуй! Ну-ка, блядь, дай мне танк. Ну-ка. Опа, блядь. Здорово, ассаламу алейкум. Это что сейчас было? Это было нахуй, было нахуй. Гэга было. Тогда я сяду, покачусь, что ты бежалка, что ли, блин? Куда ты, блин? Тогда не такое, блин. Так что это, блин? Выйди ты с него, я тебе говорю. Да мне тоже такое, алё. А нет, не надо на меня валиться, не надо на меня тут. Надо вот на Артема Фиша всяких вот таких вот. Я с тобой разговаривал, что я с тобой разбираться буду. За мной приехали серьезные люди, блин. Да я сяду. Да, ну да я сяду. Хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Ты что, ненормальный? Ты что, я не понял. Подождите. Ой. Подождите. Здравствуйте, подождите, Артём. Кирилл. Кирилл, а можно мне заспавнить мою жигу, пожалуйста? Просто она у меня в этом лежит. Стоит на автобазаре, а я тут никак не могу добраться. Это же я бомж. Нихера себе, тут какая-то РПшка проходит. Время 10 утра, они тут РПшку устроили. Вот военные.
больничка здесь есть. Я не знаю, зачем, правда. Как бы мне вот интересно, зачем медики собрались с военными? Это как-то странно. Ладно, там ФСБ с военными, ППС с военными, ДПС с военными. Но больница с военными, это как-то немножко странно. Ага, понял. Ни хера себе. Вот за этим они сюда приехали, чтобы поплавать. Могли бы хотя бы как-то поорганизованнее это делать, а не тот туда поплыл, тот туда поплыл. А зачем, зачем они купаются? Зачем военные купаются вместе с врачами? Чё это за бред просто, серьезно?